Около 1000 болельщиков пришли в волейбольный центр, чтобы поддержать женскую одинцовскую команду. Все предсказывали разный счет, но в том, что Заречье Одинцово победит, никто не сомневался. 3-1. Надеюсь, в нашу. Я думаю, 3-2 в нашу пользу. Какой вопрос? Конечно, наши. 3-0. Заречье, конечно. Думаю, наши победят 3-0. Начало матча у хозяек не задалось. На первых минутах турчанки вырвались вперед со счетом 5-0 и вели с большим отрывом всю первую партию. Соперницы делали акцент на сильной подаче, чем выбили Заречье с приема. Счет первого сета 13-25 в пользу Трабзона. Трибуны изо всех сил старались поддержать одинцовскую команду. Поддержка фанатов не стала лишней. Второй сет оказался зеркальной противоположностью предыдущему. С первых минут Заречье лидировало со счетом 5-1. Ирина Воронкова раз за разом вколачивала мячи на сторону соперниц. Итоговый счет 25-14 в нашу пользу. В третьем сете борьба была равная. Ирина Воронкова продолжала терзать оборону соперниц, но турчанки долго не сдавались. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. Однако две удачные подачи Татьяны Романовой решили исход партии в пользу Заречья. Счет 25-21. Четвертый сет тоже проходил на равных, но закрепить успех хозяйкам не удалось. Счет в пользу Трабзона 20-25. Своего апогея игра достигла в пятом сете. Команды шли очко в очко, страсти накалились до предела. Но в итоге турчанки воспользовались проблемами Заречья в нападении и выиграли решающий сет со счетом 13-15. Итоговый счет игры 2-3 в пользу Трабзона. Но шансы выйти в финал у одинцовской команды еще есть. Ответный матч состоится 13 марта в Трабзоне. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».